Друзья, всем привет! Меня зовут Раиль, это Хижина Музыканта. Вы молодцы! Набрали 20 тысяч лайков под последним выпуском Бенис в чат рулетки. И я сразу сел записывать вторую часть. Если и эта часть наберет 50 тысяч лайков, сниму третью часть. Хочешь привет! Показать, ты чтобы показать то, что... Что-то много налила, да? Здорово, привет! Да. А под водочку, знаешь, на баяне обычно играет, на гармошке. Я по прям... По расписанию. Это кто? Чё? Чё, она врет. Не верьте ей, мне верьте. Да это не он. Так, ну вас играй на гармошке. Тогда на гитаре. На гармошке? Да, ну-ка. Смотри. Знали вещь? Да ты реально снимаешься? Как? А сыграй еще что-нибудь? Ладно, ладно. Я не ТикТок снимаю, я Ютуб снимаю. О, Ютуб, красавчик! Она врет, она же врет, что в Телеграме какой-то слив делала. В Телеграме, я говорю, в ТикТоке. Типа ты... Ты в Телеге сказала. Ой, я случайно знаю, как канал называется? Хижина Музыканта. Сейчас, пожалуйста. Ты знаешь, что я видела? Ты типа такой плохо играешь, а потом как заиграл вообще, я видела видосы. На гитаре, что ли? Да, во-во-во. Ну, блин, это очень давно было, я уже давно не притворяюсь, как бы. Что видела? Фига себе, что мы попали. Вы хотите, чтобы я вставил вашу реакцию? Да. Только без водки, пожалуйста. А так хорошо начиналось. Ну, можешь с водкой подбавить. Но ты вообще охуенно играешь. Сыграешь еще что-нибудь. Прям офигенно. Без да. Офигенно играешь. Все, блин. Ребята, на моем инстаграме практически 120 тысяч подписчиков. Осталось чуть-чуть. Давайте добьем. Подписывайтесь. Раиль Арсланов. Творчество, не вошедшее. Все самое интересное. Я несу вам на уши, как это делают они, заявляя, что у них там якобы что-то интересное выходит. Что же делаю я? Я только что был на тренировке, подтягивался и на брусьях занимался. Все это я транслировал в сторис. Я делюсь своими мыслями, какими-то лайфхаками. И частенько общаюсь в директе, поэтому обязательно подпишитесь. Погнали. Так и значит. Привет. Ой, ты сыграешь? Ну могу. Вы что, художницы? Привет. Художница, да. И художник, да? Да, да. Я просто смотрю просто. А, ну да. Укол, художник. Зритель-то нужен тоже, как бы. Так, давайте простую вещь сыграю. Наверное, сразу знаете откуда. Потом скажете. Случайно не ютубер? А, с чего взял? Ты просто очень крутой. Я думаю, что ты... Реакции снимаешь. В свете можешь, да, спокойно снимать реакции. А, ну, блин, не совсем, на самом деле. Вот с гитарой, когда сижу, еще прикольно, да. Но с баяном что-то вообще... Ну, баян — это что-то уникальное. Да, это очень круто звучит. Ну, это... Я тоже так думал до того, как зайду, но это сложнее, чем оказалось. Ну, чем гитара, короче. Ну, а так-то, да, уж снимаю, вот, есть у меня канал. Всего лишь там. Да, но я там с гитарой в основном, я пробую с баяном, но пока так себе, так себе. Офигеть. Зашли, блин, на рулетку. Ребята, а спонсором сегодняшнего выпуска является компания Fifine, которая занимается выпуском аудиотехники. Сегодня они мне прислали вот такой вот симпатичный конденсаторный микрофон. Очень классный вариант для тех, у кого нет большого бюджета, но хочет выдавать более-менее приемлемый звук в своих стримах, подкастах. Данный микрофон можно легко приобрести на AliExpress, ссылочку оставлю в описании под видео. Так что если решитесь стать блогером, рассмотрите данный вариант. Привет. Здравствуй. Как дела твои? Почему все переключают? Тебя переключают?
Ну, походу, не только меня, походу, всех. Да, больные здесь... стали все какие-то. Может быть, это баян, может быть, это... Правильно, правильно, первый вариант, хороший вариант. Смотри, да. Могу сыграть, но только если не переключишь. Как бы надоел, знаешь, так начинаешь играть. Ай, все думают, старомодный инструмент какой-то и выключают. Сейчас я тебе придумаю песню. Ну давай тогда Моргенштерна. На баяне это же просто осквернение инструмента как будто бы. Ладно, давай тогда... Ну сходи, смотри, 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 у Моргенштерна, да? Ремикс, смотри сейчас. Узнал? Лали-лали-пап. Ну, это всего лишь ремикс, то есть не их песня на самом деле. А ладно, это все равно круто. Найди меня ВКонтакте. Руки вверх. А ты что ВКонтакте сидишь, а не в Инстаграме, спрашивается? Да, в Одноклассниках. Да, блядь, я просто в Инстаграм постоянно забываю свой ник и... Вы татарский вообще не понимаете, наверное, да? Знаете татарские песни какие-нибудь? Бурятский периодически. Я татарский знаю, чуть-чуть. Давай я вам спою. Это будет впервые сегодня, я никогда еще ее не пел. Только чур этот, не судите строго. Делай скрин. Вот это тяжелый, конечно. Джи-джи-джи-джи-джи-джи-се. Да. Все, сохранил. Послушайте. Зоя елғалары оға, Зоя елғалары оға, Екі айырларға бұлы. Қойтар едім шыл яқларға, Қойтар едім шыл яқларға, Тишме мұндары бұлы. Қойтан әлдірмішке, әлдірмішке қойтан Шишмаға түшәмәлі, шишмаға түшәмәлі Қолын сені сүйемдейіп, сені қолын сүйемдейіп Сүріме шишәмәлі, сүріме шишәмәлі. Соседи еще не выселили с твоим баяном. Соседи? Нет, я их сам выселю, этих уродов. Засранцы. Нормальная подтанцовка там, вот это все, молодец. Да, да, да. Вообще классно. Как, почему так? Второй раз, блин. Сам не лет! Сам грустный. Брат, 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 скажи название канала, реакции. О, видишь, я вижу себя. Обманщик, засранец. Так, это я был на ютубе у тебя, спасибо, видос еще один, типа ожидания. Да, 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 да. Ты к себе выложил, нет, я так и не понял. Как твой канал называется? Ты не ютубер, по приколу тут? А я думал, ты реакции записываешь, типа, людей. Я же видел такие видосы. Ты правда с ним знаком? Да, да. Переписка у нас есть. Привет. Приветик. Че делаешь? Ничего, сижу, грущу. Прям как я, что ли? Прям как ты, получается. Да, а ты по какой причине? Не знаю, просто скучно стало, песенки пела, потом устала петь, а мне нужно ДЗ в универе делать, я сижу, фигней страдаю. Вместо ДЗ все в чат-рулетку заходят. Да, играть хочешь? А? А ты сыграть что-то хочешь, чтобы я спела? Ну, у нас не совпадет, у нас же не совпадет. А вдруг? Ну, и даже... Ну, слова. Вряд ли совпадет. Давай лучше я тебе сыграю, ты мне скажешь, откуда данная мелодия. Давай, пробуем. Давай, смотри. Блин! Она сейчас. Вау.
не черный, но они, наверное, все черные. Я не знаю, просто я что-то... Я с самого начала поняла, что это эта песня, но не была уверена на все 100%. Давай попроще. Вот такая вещь, смотри. Смотрела? Да, 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 кстати, угадала. Круто, очень классно у тебя получается. Спасибо. Ты давно уже занимаешься этим? Я не знаю, как это назвать. Ну, в принципе, давно играешь уже? Блин, так-то с 8 лет отдали музыкалку. Сейчас мне уже 26 лет. Это много? О, 26, серьезно? Да. Мне не скажешь, что 26. Ну, баян молодит. Может быть. А у тебя есть Инстаграм, оставишь? Есть Инстаграм, могу оставить. Напиши, пожалуйста. Можешь просто... Ну, сейчас я напишу. Ты за компом, да? Да. Ксу. Ты Ксюша? Да. Прикольно. Я Раиль. Чё? Приятно познакомиться. Ты из Казани, получается? Или просто нет, или везде? Где-то еще есть Раиль. Короче, у меня парня зовут Раиль. В натуре? А да. Ты... Я что, твой парень? Оказывается. Нет, получается, что нет. Потому что мой парень ушел в тренажерку, а я ленивая жопа никуда не пошла. А, ну ты тоже ходишь, да, заниматься, по сути? Пытаюсь похудеть, все никак не получается. Да куда тебе, блин, повезло твоему парню, на самом деле. Спасибо. Приятно. А в каком вы городе? В Казани. Нифига, как так может быть, чтобы Раиль был из Казани? А твой парень... Откуда? Твой парень зовут Раиль? И он из да. Казани. Да. Меня зовут Раиль, и я из Казани. Привет. Сыграем что-то? Давай, сыграем, давай. Так, смотри. Как называется? Да, вот это самое прикольное место, смотри. Да? Спасибо. Вы такие молодцы, умеете слушать, не как другие дебилки. А это Аркадион? Аркадий. Баян. Баян, очень просто, очень просто. Аккордеон, знаешь, здесь клавиши отличаются, они как на пианино. Да. А здесь, кстати, одинаково. А гармошка? Но... А, на гармошке вообще два ряда только вот таких, прикинь. Ого. Ну там тоже кнопки, но и он поменьше, и там по-другому. Здорово. Здорово. Ой, здорово. Ты, кстати, охуенно играешь, пиздец, братан. Ты что, знаешь, что ли? Да. Что игра? И на ютубе, и на стен тебя подписан. О, зашибись. Красава, спасибо. Красава. А он подписался в ответ? Нет. Подпишешься в ответ, брат? А как я увижу-то, если там... А ты что без гитары, братан? Ты что без гитары? Да пробую этот, баян. Мы с тобой не общались здесь? Нет, друг. Да, гитары, здесь как бы баяна нет, поэтому решил чуть-чуть поэкспериментировать. А какие песни поешь? Он все поет, братан. Серьезно? Вот реально. Под гитару, да, а на баяне... Играю. Дабы я не играю. Смотри, подожди, девчон... братан, телефон скажи, я тебя в историю отмечу. Давай. Вы что, варню, что ли? Или где? Да, ну. Друг, подпишешься по-братски? Узнаете вот эту вещь, откуда она? Сейчас наиграю. Значит, тебя... Умер. Thank you.
Снова вылетели. Ребят, знаете, почему качество моих роликов не падает, а с каждым разом увеличивается? Все более интересные реакции, более интересные люди, хотя трудности я испытываю еще больше, чем раньше. Раньше можно было 4 часа поснимать и уже был готов выпуск. Сейчас я в поисках классных реакций и просто интересных собеседников трачу по 2-3 дня, и поэтому... В сравнении с другими блогерами, которые, ай, на пофиг, вот так записывают и выкидывают все, что насняли. Я так не делаю. Я вот так, как алмазики, сижу в чат-рулетке, отбираю какие-то интересные реакции 3 дня. Потом 4-й день монтажу и на 5-й выкладываю. И поэтому мой труд, я думаю, заслужил лайков. Вам не сложно, мне будет приятно, просто тыкните пониже.